Здравствуйте. Здравствуйте. Мы свидетели 7-го дня. Пожертвуйте 20 тысяч рублей. Вы что, с ума посходили? С какой стати вы уже жертвовать 20 тысяч рублей? А мы свидетели 7-го дня. И что теперь? А то, что 7-го дня этого месяца, когда вашей жены не было дома, к вам приходила молодая особа, а ушла от вас через 2 часа, вся растрепанная и довольная. Чтобы ваша жена не узнала об этом, пожертвуйте 20 тысяч свидетелям 7-го дня.